Каждый год в преддверии Великой Победы, начиная с апреля, волонтеры и школьники Десногорска раздают георгиевские ленточки прохожим на улицах города. Сегодня мы с ребятами из Дома детского творчества проводим акцию «Георгиевская лента». Она проводится в преддверии праздника Великой Победы. И с помощью этой акции мы хотим объединить всех горожан нашего города, всю их память о павших ветеранах, о тех, кто еще жил после войны, сделать доброе дело. Мы с ребятами раздаем георгиевские ленточки горожанам, чтобы они знали, куда ее надо надевать, а куда не надо, и как завязывать. В эти дни каждое мероприятие начинается с этой акции. А 9 мая десногорские волонтеры раздавали символ героического прошлого каждому, кто принимал участие в праздничных мероприятиях. Георгиевская ленточка – это как дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим все для фронта. Это символ уважения к ветеранам и гордости за великую победу.